Медитация «Ментальное путешествие». Займите удобное положение. Пусть следующие несколько минут будут посвящены только вам. Постарайтесь отпустить все накопившееся в теле напряжение. Расслабьте ноги, руки, шею. Дышите медленно и глубоко. Постарайтесь сохранить глубокое дыхание на протяжении всей медитации. Сегодня мы совершим небольшое и очень приятное путешествие. Возможно, у вас был тяжелый день. Вы устали эмоционально и физически. Может быть, было много работы. Или выдался стрессовый период. А может быть, вы полны сил и энергии и находитесь в предвкушении чего-то чудесного. Тогда это путешествие тоже для вас. Представьте, что вы стоите на пороге очень красивого отеля. Позвольте вашему подсознанию выбрать, как он будет выглядеть. Возможно, это будет возвышающийся замок где-то в швейцарских Альпах. Возможно, небольшой и уютный гостевой дом на итальянском юге. Или где-то на далеком и манящем Дальнем Востоке. Следуйте за своим воображением. Швейцар отеля в идеально сидящей форме улыбается вам и заботливо открывает дверь. Вы чувствуете на себе прохладу легкого ветра. Вы делаете шаг и оказываетесь в лобби самого прекрасного отеля. Большое пространство, мягкий свет, приятный аромат. Атмосфера расслабленности. Все здесь пропитано неспешностью, благополучием и негой. Сотрудники забирают у вас тяжелые вещи. И вместе с ними, словно груз усталости, падает с ваших плеч. Администратор отеля приветствует вас. Его теплая улыбка и добрый взгляд красноречиво говорят о том, что он действительно рад вас видеть. В следующую минуту ваши пальцы чувствуют приятную поверхность электронного ключа. Вы прикладываете палец к кнопке лифта, чувствуя ее прохладу. А гравировка на поверхности словно оказывает массажный эффект. В лифте приятный приглушенный свет. Играет мягкая музыка. Кроме вас никого нет. И кабина плавно начинает ход.
обратите внимание на свое состояние. Дышите глубоко и размеренно. Пусть ваше дыхание успокаивает вас. Вдыхаете и выдыхаете. Медленно и полной грудью. Ваш номер встречает вас идеальной чистотой и безумно вкусным ароматом. Сделайте еще один глубокий вдох, чтобы его услышать. Все в номере создано для вашего удобства и комфорта. Большая ванная комната с набором средств для ухода. Кровать с ортопедическим матрасом и белыми хрустящими простынями. Кресло, в котором можно читать книгу. И торшер с приглушенным светом рядом с ним. Вы нажимаете на кнопку кофемашины, и через 2 минуты в ваших руках кружка ароматного напитка. Вы присаживаетесь в кресло и сканируете QR-код, отображенный на экране телевизора. На вашем телефоне мгновенно открывается электронное меню отеля. Можно не спеша выбрать подушки, которые сотрудники дополнительно принесут в номер. Это небольшой, но значимый акт заботы о вас. Здесь же вы пролистываете список спа-услуг. Какой именно массаж и уход для тела сделать вечером? Вы сидите в удобном кресле, а за окном, рядом с вами, потрясающий своей красотой вид. Вы поднимаете взгляд от экрана, чтобы полюбоваться пейзажем. А затем ваше внимание возвращается к телефону. Еще несколько приятных и легких движений, которые сделают ваше пребывание в отеле идеальным. Самое время выбрать, что предпочесть на ужин. Вы делаете заказ онлайн, изучив фотографии блюд. Ингредиенты. И рекомендации от шефа. Чтобы остановиться на том, чего вы действительно хотите? И что будет полезным для вас? Что вы выберете сегодня? Есть только одно правило. Можно все. Онлайн-заказ уже обрабатывается и будет готов через несколько минут. А пока у вас есть время отдохнуть. Например, принять ванну.
выпить бокал шампанского, переодеться в мягкий и уютный белый халат. День подошел к концу. Вы лежите на мягкой кровати, которая словно нежными объятиями обволакивает вас. Тяжелое одеяло приятно касается тела, а шея и лицо расслабляются в мягких подушках. Постарайтесь запомнить этот момент. Спокойная обстановка. Безопасное пространство, где все продумано до мелочей. Вам никуда не нужно спешить. И никаких проблем не существует. Этот момент и этот отель – идеальное место, в которое хочется возвращаться снова и снова.